Мишень номер два. Готов? Да. Пошел. Вес чуть-чуть заваливаешь на правую, совсем немножко, но все равно заваливаешь. Да, может чуть шире стойку, оставляй центр массы. Вот, стоишь ровно, переместился. Готов? Пошел. Почти свивер расстреляешь, у тебя поэтому уходит нога сюда, и локти ты держишь согнутые. То есть это немножко не та стрельба, которую мы пытаемся от вас добиться, но поскольку она у тебя хорошо получается, мне даже жалко тебе ее бросить. Пускай, Коль, пускай уходит, а потом нажимает сторону. Он делает понимал, у него стойка не горизонтальная, у него стойка вот такая, и он локти держит согнутые. То есть он стреляет как когда-то до конца 80-х, так все стреляли, в принципе. Стреляли вот так, уводили ногу назад и стреляли с локотков согнутых. Вот это была стрелковая стойка, бивер называется. Мы сейчас пробуем все-таки работать с фронтальной стойкой, но... Нет, правильно, я просто выпускаю раз и дотягиваю тоже, чтобы он понимал, как надо ставить. Он просто становится, замирает в статике и... Пускай раз и дотягивает его до принятия правильной стойки. Он все равно переносит вес сюда, видишь, у него эта нога подпрямлена. Поджимаю в сторону. А потом я уже... Попробуй сейчас по прямой линии сместить ногу. Не вперед, а в сторону. Вот ты стоишь ровно, да, вот расслабленно. Ну, смотри, сейчас так у тебя основной пост. Да я понял, там. Ты стоишь? Вот. Нет, ну шире уйди. Ты вот от этого нога. Так, вот. Все, встал. Раз. Готов? Да. Еще раз попробуй. Давай. Все равно выкручиваешься. Смотри, должна быть полная симметрия. То есть не должно быть со спиной никаких выкрутов, не должно быть с ногами ничего. То есть ты стоишь ровно так, ровно стоишь так, вот. Вот локти, руки, ноги, все ровно. У тебя все равно получается, ты вот смещаешься на эту, здесь у тебя получается вот что-то такое. А, я понял. Попробуй один раз сюда заворачивать, когда смотришь. Готов? Да. Пошел. Ты не будешь заваривать. Ладно, стреляем. Еще долго будет, можно еще долго пробовать. Потому что тебе по-другому учить. То есть задача не уйти и перенести вес, а задача стать в стойку. Встать в стрелковую позицию, вес переносить не надо, вес должен оставаться по центру, руки должны быть, спина должна быть прямой, руки должны быть, локти на одной высоте, не загнуты, не ниже, не криво, не так. То есть вот эти все стойки, они хороши для стрельбы из неудобных положений. Как мы делаем, сейчас он заставляется? Готов? Да. Пошел. Мы когда бежим, разряжайся. Кобуру. Ну, попадания неплохие, это не худший вариант. Довольно-таки, не быстро стрелял, но нормально.